we got some serious hardware in this lineup. Yeah. Pathfinder said we could walk across the channel with all the boats out there. I'm glad I'm not on a boat. Одо-Виль, Франция. Здравствуйте, ребят. Это Medal of Honor. Airborne. Усаживайтесь поудобнее, мы продолжаем. 6,000 British and American ships left ports in England bound for France. This is Normandy, the Allies' next step in liberating Europe. At 0600 hours, General Barton's men are going to hit the beach in small craft with no cover. Their survival depends on you. The Navy cannot supply fire support for the beach landing until a German battery of shore guns has been neutralized. The guns receive firing coordinates from an inland fortifications network. We must cripple enemy communications by destroying this key radar antenna. We must also disable this spotting tower. We take out the enemy's eyes and ears, they got no chance. S2 and S3 predict we'll encounter enemy armor in this operation. To that end, we're dropping M18 bundles near the DZ. Airborne, you are about to play a pivotal role in the downfall of Nazi oppression. Good luck. Главная роль в поражении нацистов. Да. Окей. Раз вы так сказали, что я могу. Дробовик и гарант. А почему дробовик дают? Наверное, потому что будет сейчас узкий коридорчик, да, в бункерах зачищать с помощью дробовичка. А почему гарант, а не Спрингфилд? Вот это вот. О, G43. Скорострельность больше, отдача больше. И обойма больше. Давай G43 возьмем. Я не хочу Спрингфилд на самом деле больше брать, потому что прицел очень удачный, очень, очень удобный. Давай, да, попробуем. G43, дробовик M12, собственно, Кольт 45-го. Погнали. Погнали. Унтер-офицер пехоты со снопой, без второго оружия. Смотри, элитные войска. Ценные вещи можно спасти только самопожертвованием. Рядовой Дэвид Уэбстер. Ну, такое себе высказывание, я бы не согласился. Однако самопожертвование можно спасти многое. Цена самопожертвования. Кажется, горим такие спокойные. Да, нам-то падать. Это пилоты сгорят нахер. Погнали, погнали. Блин, жесть. Ну давай быстрее, ну. Ну давай, мы же теряем высоту 700 футов уже. Футов. Охренеть. Примерно 350 футов над землей всего лишь. Блин, пилоту хана. Жесть. Опять не прижимается. Ай, да хрен нас сдала вообще. Так, составная часть М18, еще три части осталось. Заберем их по танку. Твою мать, грозный дядька какой-то. Грозный дядька. Твою ее мать, грозный дядька. Надо двигаться. Что это было вообще, да? Run,
собака. И вот опять же, я мог его убить, блин. Мог его убить спокойно. Спешить начал, спешить. Очень сильно спешить. Ладно, еще одна десанточка. Каждую серию у нас получается так. Хорошо, хоть сейчас вниз посмотрим. Где-то. О. А, ну да, типа. Окей. Все выполнено уже. И танк наверняка где-то тут уже, да? Вот он, да. Я как будто бы каждый раз новый солдат. Это так тупо. Немножечко. Так, смотри, еще одна деталь. Есть контакт. Так, осталась одна деталь еще. Ух, я видел снаряд. Я видел снаряд. Нет. Вон она деталь. Вот она. Хана сейчас будет танку. Хана. Промазал. Это плохо. Мы попали друг в друга. Сука, еще одно такое смешное попадение, и мне хана. Есть, так уничтожен. Ай, красота. Что, паник, родной? Пожалуй, возьму обратно винтовку. Жесть. Ну, а теперь мне нужно подлечиться. Ребята. Это хорошо. Где-то здесь должно быть еще и... Где-то здесь... А, вот она. Да нет, хилочки должны быть. Что ж такое-то? Вчера все у вас там... Ухер на них. Слушай, ну в натуре же где-то тут. Это зона высадки, здесь должна быть хилка. Обязана быть просто. Ну я там. Оп! Оп-оп. Гранаты еще летят в эту сторону. Жесть. Да собаки. Ладно, хоть танка не будет. Вторая смерть, это значит уже на 3 звезды, да? Да плевать, ладно, на звезды. Блин, я опять же подумал, чего? Вон он, танк разбитый, да? Десантирование продолжается, плевать на все остальное. Ну, хер бы чего вам. Давай тогда сюда. Поднимаемся. Умираем. Нихера себе, ты какого? Ясно. Я все еще Треворс. Пошли.
Здравствуйте. Да ёб твою мать. Как вы выживаете вообще после такого? Ясно. Просто ад какой-то происходит. Это уже даже не три звезды. Ну ладно. Такой подход не бесит в том плане, что окей. Давай поближе. Вот сюда вот, вот так. Все, ништяк. Прям смотри, меня херачит прям с лету. Я сейчас сдохну. Супер, но для такого десантирования нужно, чтобы ты как бы приземлялся хорошо. Опять небрежная посадка, понимать. Сдурел вообще. Давай, 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 давай. Вот так, ништяк, и пошли наверх. Там и подлечиться есть, мужики, если чё. Они опять заняли, что ли? Убили, 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 вперед. Там, если что, сзади хилочка есть. Давай, 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 выстрели. До свидания. А этот убит. Ништяк. Назад, в принципе, если пойти, говорю, есть там хилочка одна еще. А ну вот она, еще одна есть. Воу! Главное прицелиться. Заходим, ребята.
стороне родной. Так нет. Вот так вот. Вундерформа у них тут есть. Ё-моё. Испугал. 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 Засчитано. Они какие-то неуязвимые становятся, когда прям в ближний бой входят. Да, дробь тут самая, но дробь или автомат. Ух. Спокойно у вас тут. День, да и ребят. Отожжем. До свидания. Наблюдательный пункт захвачен. Ништяк, и точка сохранения. Так, есть еще одно задание. Мы еще, ко всему прочему, и не ранены. Давай-ка вот так вот. Оп. На собственном своем личном лифте спустимся и погнали вперед. Так. Кажется мне, что следующее задание в ту сторону. Но мы, наверное, пройдем отсюда, да? Бляха, 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 бляха. Правильно сделал, что ушел. Свои, 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 простите. Уничтожьте станцию связи. Да, блин. Но не кладутся они на прицел. Свои. Я понял. Простите. Есть хилочка еще. Есть. Здесь. Так давай, 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 заходим. Я не против. Погнали. Дичь какая-то, тише, тише, тише.
Мне кажется, я на грани. Свой, прости. Шлем ему сбрил. Бичес, есть аптечка, хорошо. Чувствую, что играю в старую игру. Это приятно. Не знаю почему. А что мне надо сделать? Собственно, уничтожить всю эту шарагу, я понял. Погнали, 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 погнали. Жесть. Отлично, есть сохранение. Миссия выполнена, да? Проведите зачистку контр-экспровой галереи. Чего? Контр-экскарповой. Контр какой? Нам в другую сторону опять. Конечно. Хорошо, патроны для дроби прихватили. Уже хорошо. Уже действительно прям самое оно. Так, ну погнали. Погнали, за пацанами бежим. Не то. Понятно. Понятно. Ясно. У меня какие-то гранаты. Я смотрю, прям супер. Ну, такого парень. Блин. Воу. Прости. Я думаю, тут дробь будет надежней. Сука, что ж ты пугаешь-то? Я ж умру. Если они так тупить будут, то я не умру, конечно. В смысле follow me? Вы видели, что я сотворил? Я каким-то макаром еще и выжил. Тупо было сейчас. Лучшие гранаты. Так, короче. Дядя, ты чё такой жёсткий-то?
Я же говорю, в упор они какие-то очень, очень странные становятся. Так, еще подхилялся. Мне дико везет, ребят. Могу вот так теперь делать. Damn, bitch. Не устану от этой фразы. В этой игре, как минимум. Тупо. Ну ладно. Я же говорил, мне дико везет. Квалификация мастер присвоена. Больно по ушам стало. Свои, 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 я понял. Короче, самая веселуха в этой игре — проходить ее на 5 звезд. Прокачивая все оружие. Ясно. Давай, давай, заходим, заходим, заходим. Ну ладно, это было больно. Залипал. Чё свои-то пугают? Зачем вы вылетаете оттуда, где враги? Что мне сделать-то, ё-моё? Проведите зачистку и захват дота. Осталось 2. Схватили, что ли? Ага. Ясно. Сейчас умру. Ребят, вы мне нужны, чтобы не я один, ну. Так, еще вниз опустимся сейчас. Остался один. Так, остался один, но с другой стороны, походу, вообще, да? Так что возвращаемся. Да, с другой стороны, блин, пипец. Тише.
Че, смысл, я сюда не сберусь, блин, отсюда. И дрить. Хорошо, хоть полечился. Ну, куда это ты? Ясно. Блин, а по инерции прикинь, свои бы застрелили сейчас, было бы обидно. Отлетели. Твою мать. Извини. Знаю, ты расстроен, но ты умер. Десантники, сука. Главное, чтобы патронов на все хватило. И все. Класс. Эти двое просто пошли. На меня! Ё-моё. Охренеть, они сбривают для здоровья. Подождите. Спасибо. Чего это спускаться начали? Я не понял. Подниматься, точнее. Я вас звал? Вас никто не звал. Вот так. Все, отлично. Отлично. Я надеюсь, меня слышно, блин, когда я говорю. Надеюсь, игра не перекрикивает. Нет, я понял. Drop behind enemy lines at dawn, suffered heavy losses, but took all objectives. After securing the main battery, we pushed toward Utah. Cleared all enemy gun positions. Allied forces now moving inland from the beaches. I have no doubt that history will remember the airborne on this day. Your acts of courage will be revered for generations to come. Конечно, они же десантники. Такой вот, держа в руках чего? Мне понравилось это. Ну, смотри, 4 звезды. А че 4? Чё это 4? Вот это вот, ну. Эх, ладно. Спасибо большое за ваше внимание. Хорошее настроение. Дальше круче, ребят. Пока.